Как любовь? Смотри на эти снежинки. Прямо как в тот вечер. Все, хватит. Я больше не могу скрывать ото всех наши отношения. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Ну давай. Дай. Я 20 лет в Рамадгане живу, я 20 лет этого льда не видел. Ну, Бенет, что за шапка? Пама Хруна я такую носила в 10 лет. Хотите сериал о вашей жизни в Израиле? Yes! С самыми яркими звездами? Yes! Yes представляет первый израильский сериал на русском языке «Между строк» на канале Yes Радуга с 20 декабря.